Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дэнут, и сегодня продолжать выживать на Тубиту Тим Майнкрафт Pocket Edition. Вот, сегодня мы находимся в вот такой вот пещерке. Я, кстати, не помню, что это за пещерка. Вот, сегодня я без никого, так что я могу выключать чат. Вот, без никого записываю. И, в принципе, вот. Так, что это за сундук? Во-первых, и во-вторых, где я нахожусь? Это мне вопросы... Вообще я сейчас не могу дать ответы. И в этом сундуке ничего. А, отлично. Ну, вообще не понял, что они здесь делают, но все же окей. Да, ага. Кажется, я знаю, где я. Я, кажется, знаю, где я. Да ну. Это те самые сундуки, да? Я вас понял. Вот, сегодня будем продолжать выживать на Тубитоке ПЕ. Вот, также я сегодня хотел бы вступить в клан, но не получилось, да. Вот не портануло, не получилось и так далее. Вот, но сегодня мы будем путешествовать. Это уже хорошо, да. Ну и, в принципе, я хотел бы сразу вам сказать, что на нашем сервере Тубитоке... Ой, не Тубитоке, а наш сервер MCD Mine, то есть RP сервер, сделал мы обновление небольшое. Вот, теперь там может... Так, почему-то меня оборвалась запись, но все же, и что я говорил? А, то, там, собственно, мы сделали так, что вы можете найти вообще животных. Вот, это будет уже вечером, ну, в принципе, когда вы, собственно, уже зайдете на этот сервер, должно уже выйти это обновление. Дальше, что мы сделали? Теперь, это плохая новость, кстати, теперь, собственно, карта вся аннулировалась, то, что мы все строили, там были такие крутые постройки. И еще одна, в принципе... плохая информация, да, что сервер наш теперь на версию 1.11, вот главное, и в принципе ссылку на 1.11 будет в описании, но если вы, конечно же, хотите, чтобы вы, то есть, не теряли 1.14 и играли на нашем сервере, то скачайте клон версии Майнкрафта 1.14, да, тогда вы сможете спокойно зайти на Tubitoke.pe, конечно, один минус, то есть, вы можете зайти только без читов, вот, ну, собственно, вы можете заходить на все сервера, вот, и в принципе, также можете заходить на мой сервер, то есть два отдельных вообще версии Майнкрафта, и в принципе вы можете играть на каждый из них, то есть 1.14 и 1.11. Вот, это все сделано правильно, и в принципе я вижу кого-то, чего-то, чё это? Так, ладно, вы координаты не видите. Ну вот, не знаю, почему я так сделал, но пусть будет. И я вижу кого-то, чего-то. А, это кролик. Спасибо за мясо. Почему вы и нет? Я от мяса не откажусь, ребят. Вот, в принципе... А, мы же его не получили. Точно. Ладно, не беда. Да, да, да. Вот, в принципе, у нас есть 3 зачарованного золотого яблока. У нас много чего. И мне нужно найти эндер-сундук. Вот, это обязательно так же. Ну вот, ну если, конечно же, мы найдем... Когда мы идем? Нам нужно сюда идти, да. Так вот, мы идем вот в эту вот сторону, и, собственно, я забыл, про что мы говорили, но ладно, в принципе, и так сойдет, да, зачем не помнить то, что мы говорили, и давайте я поднимусь, получается, наверх, да, и буду идти дальше, если найду что-то интересное, мы продолжим. И да, ребят, ссылка на клон 1.14 и версия 1.11 будет в описании, а также IP Tubitoke.pe, то есть вот это вот сервер, на котором я сейчас играю, и также Discord сервер моего, собственно, РП сервера. Вот, в принципе, мы выбираем снаружи, еще я иду себе выбираюсь, так что как-то так. Капец, ребят, я просто вот так вот иду, забываю, что у меня есть читы. Да, вот представьте такое, я иду, но забыл, что у меня есть читы, не включаю их, это вообще что-то с чем-то. Ладно, тогда мы включаем Эрос. И, в принципе, давайте еще включим... то есть, нет, у нас здесь джунгли, так что лучше включить сейчас пока что флай. Вот, и все. И будем летать прям таки сейчас. Вот, почему бы и нет. Так, также... Опачки, ребята. Алмазные блоки, блин. Я удивляюсь алмазным блоком. Хотя, не нужно удивляться, здесь что находится-то? Здесь один биом, здесь второй биом, здесь третий биом. Нету четвертого биома. Это еще этот обсидиан красный. Да ну, этот обсидиан можно было добыть только в ранних версиях Майнкрафта, чтобы вы понимали, да? Ну и с щитами, конечно. Ну все же, блин, это круто.
И почему здесь такой маяк? Почему так, если вниз уже нету, то есть всяких сундуков? А, здесь у нас Лел Оригинал. Лел Оригинал? Чё? Напишите в комментариях, кто знает эту местность. Ну, я не покажу вам координаты, ну все же. Реально. Я не буду добывать алмазные блоки. Стоп, зачем? Я хочу сохранить эту фигню. Да, фигню. Вы посмотрите только, какая она, блин. И она не разгриферена, капец. Это странно. Лел Оригинал, что это значит, ребят? Так, я тогда вот так вот сделаю скрин, почему бы и нет, вот. В принципе, скрин пригодится, я думаю, так что мы делаем вот так вот, раз, и два, и скриншот. Вот так вот. Не знаю, ли это мне будет нужно, но я, наверное, поставлю это на превьюшку, да. Почему бы и нет, капец. Я такой первый раз вижу. Вот напишите, вы такое видели когда-то на Тубитуке? Вообще на Тубитуке или на Тубитуке Пок Эдишн? Не, или Шапыя, не знаю как. Но в принципе, да, это круто. Так же плохо, что здесь, конечно же, нету... Нету, получается, кого? Нету Эндер-сундука, но все же. Так, давайте мы тогда сейчас подлетим. И, в принципе, в эту водичечку спустимся. А, сейчас я могу умереть. Ну, тут уже кто-то умерел. Стоп, чего? Я только пол хп с этого... Ладно. Так, здесь у нас был какой-то сундук, и также здесь у нас опыт чей-то. Он, его, кстати, это, наверное, тот, кто построил эту штуку. Ладно, это, блин, это круто такую штуку делать. Еще ее не разгриферили, я тоже не буду ее гриферить, ребят. Это же оригинал какой-то, Лайл. Вот, прикольно. Да, напишите, если вы здесь были когда-то. Да. Я думаю, что мало кто здесь был. Вот, потому что, в принципе, кто здесь будет. Также я видел, блин, где-то здесь сундук. Но его я потерял. Почему его сейчас я не вижу? Ладно, буду тогда путешествовать дальше. Прикольная штука. Я убил только что корову, ребят. Чего? Я плохо, что я вам не показал, но я реально ее убил. Она стояла вот так вот просто, но я ее убил. Стоп. Ведьма. Ведьма, ну понятно, она плавает. Стоп. Ну давайте... Нет, рыбу мы все же и так могли убить, но мы... Я корову убил? Чего? Это странно, очень сильно странно. Я думал, что я не могу корову убить. Почему я вам только это не показал? Ух, ребят, ну это, блин. Сколько сегодня неожиданностей, ребят. Капец. Ладно, тогда что мы можем выкинуть? Мне нужен хотя бы один слот, ну, то есть инвентаря. То есть был, чтобы он пустой. Что мы можем выкинуть? Ну, давайте, в принципе, кого мы можем выкинуть? Вот напишите. В комментариях, что мы можем выкинуть. Ну, а я, в принципе, выкину, что правильно. Ничего. Нет, конечно, блин, я не знаю, что мне выкинуть. Реально. Ну, ладно. Вот она, вот она. Вот корову я вот встретила. Ничего, что она, в принципе, на воде, но все же, смотрите. Ой, я это у меня Килаура, да? Да, это у меня была Килаура. Ну, вы видели, да? У меня, оказывается, есть Килаура, что ли? Я ее включил случайно. Нет? Чего? Я же... А как она умерла? Я же не включал Килауру. Видите? У меня Килаура отключена вообще. Чего? Интересно. Нет, ну я не упущу момента. Я буду убивать. Я буду убивать, да. Добывать кожу, да, которую потом нельзя будет, в принципе, добыть. Это круто, да. Я могу убивать, так одеть-таки животных. Вот курочка. Ну, я ее и так могу убивать, но все же. Капец. Ладно, мне нужно выкинуть. Блин, я выкинул, но мне нужно еще теперь что-то выкинуть. Логично. Конечно же, логично. Да. Почему бы и нет? О, ребят, я нашел арбузики. Ё-моё. Так, давайте тогда мы их добудем прям таки сейчас, вот. У меня есть, конечно же, два опасных чака всегда, вот, ну, в принципе, хотя они мне не нужны, но все же, давайте мы поедим как раз таки их, почему бы и нет, и снова, хотя лучше их не есть, да, или же есть, нет, лучше я их не буду есть пока, да, потом я буду их выращивать, вот, так что как-то так.
Итак, ребята, собственно, я уже перешел 2000 к 2000-тысячные координаты, вот, в принципе. И, в принципе, да, и ничего еще не нашел, кроме больше, как арбузов. И, в принципе, все. Я больше ничего не нашел, капец. Вообще. Я так ищу, оно не ищется, да. Это, ребят, танцпол, короче, вот, видите, сколько здесь цветов, вот, напишите в комментариях, сколько здесь цветов, и, в принципе, да, это баг, все же таки текстурки, в принципе, это нормально, чтобы вы понимали, да, даже на моем сервере такое есть, вот, так что не удивляйтесь, да. Так, я, в принципе, уже на пас Z, получается, на 10-тысячных координатах, йоу. Вот, ну а по Y уже почти на 25-тысячных. Вот, я вам сказал, какие у меня сейчас координаты, так что, не знаю, ли вам это будет сложно или нет, но, собственно, я на этих координатах, вот. Но все равно координаты будут скрыты, да. Так, я нашел какую-то деревеньку, ее нужно, конечно же, облутать, если ее, конечно же, не облутали. Да, в принципе, давайте начнем. Эндер сундук. Ё-моё, так. Так, нам нужно, получается... Нет, ничего нам уже не нужно, ребят. Что это? Морковку я заберу. А все остальное такое, да, ну кожа все равно сейчас уже можно добыть, вот, да, так что я положу кожу, положу, больше все, да, а ниточку еще положу, ага, здесь у нас также есть пшеничка, я ее не буду брать, эндерсундук, то, что мне было нужно. Сразу же, золотые яблоки зачарованные, алмазный меч, что мы еще туда покладем, палочку, да, палочку я буду хранить себе вечно, вот, что еще, мне такого ненужного сейчас есть, давайте мы положим, в принципе, порох сейчас, чернильный мешочек, перышко, кокаин, да, и, в принципе, все, да, 5 алмазов можно еще положить, в принципе, и вот. Так вот как-то. Ага, еще кожу. Конечно же, кожу положить. Почему бы и нет? Зачем нам сейчас кожа? И все. Да. Вот так вот как-то. Хм. Ну, давайте дальше лутать, что ли, эту деревню. Да, мы положили в эндерсундук вещи, получается. И давайте начнем лутать. Так, у нас, получается, здесь какой-то есть мостик. Давайте про нем пройдемся. Вот, там еще есть эндерсундук. И что у нас здесь? Ага, здесь я вижу сундуки. Так, строгатый ром, это что? Ага, ну здесь у нас также фигня ресурсы. Вот, так, что у нас еще здесь есть? Так, здесь у нас ничегошеньки нет. Это печально. Так, я вижу, еще там есть сундуки, так что давайте сначала их облутаем. Так, это у нас что-то такое. И здесь у нас есть хлеб. Конечно, мы возьмем его. Так, что у нас еще есть? Курятина, морковка, еда еще. Прикольно. И, в принципе, ведра я тоже заберу. Так, сразу не будем оставлять, да. Вот, что у нас в втором сундуке? Тоже ведро воды. Так, зажигалка, такое, да. Так, дальше есть сундук. Нет, ее не гриферили, я так понимаю, да? Стойте, эта база еще работает? Если она работает, то, блин, круто, мы ее разгрифили базу. Капец. Ладно, давайте мы тогда ее разгрифим. Хорошо, так, разгрифим, да. Вот, морковку всякую. Да, еще морковку. Я все сейчас это все поломаю. Почему? Вы можете спросить у меня. Да, потому что не нужна она. Да, кто на таких координатах делает такую базу? Всего же 25-тысячные координаты по X, да, и 10-тысячные по Y. Но это не точные координаты. Так что, вот, вы можете ошибиться, если будете сюда идти. Да. Как-то так, в принципе. Вот, дальше мы это все ломаем. Вот, также я заберу себе арбузики, наверное, да? Ну и все. Вот.
Ну что, ребят, на этом я буду заканчивать. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии, не забывайте про мой, собственно, серый Minecraft Pocket Edition, Bedrock Edition, точнее. Вот, ну а с вами был я, Дэн2700. Всем удачи и всем пока, ребята. Да. Да. Всё, пока. Теперь я полностью чист.